Да, по максимуму, конечно, я одеваюсь в свою, потому что у меня в своей одежде удобно. Обычно какие-то спортивные костюмы, рабочие костюмы, какие-то необычные вещи, да, и которые подходят моему стилю. Естественно, я как дизайнер, я как и лицо своей марки тоже. Естественно, по большей части я ношу свою одежду, но обувь я не создаю, сумки я не создаю. Соответственно, обувь и сумки я предпочитаю известных, ну или неизвестных, но аксессуары должны быть дорогие, качественные, стильные, фурнитура должна быть качественная, и они должны быть действительно прям вау. Одежда других коллег, да, но у нас делают самые шикарные шубы Игорь Гуляев, поэтому я считаю, что шубы мы должны поддержать российского производителя, одевать шубы российских дизайнеров, а не западных. Поэтому какие еще? А, головные уборы. Лили Фишер. Она создает прекрасные головные уборы. Я их очень люблю. Еще каких дизайнеров? Ну, из одежды, наверное, точно нет. Я никого не ношу. Только в лучшем случае верхняя одежда, могут быть какие-то. Это такие быстрые покупки, по большей части где-нибудь за границей, на отдыхе, когда делать нечего, отдыхаешь там 5 дней или 4 дня. На третий день уже скучаешь, думаешь, ну, прошвырнусь, посмотрю что-нибудь. И в основном там какие-нибудь там куртки, дубленочки. Ну, очень такое, что-то легкое для машины, удобное. А одежда в основном.